Всем привет, с вами Метрополитен 60, и сегодня мы будем сравнивать два симулятора маршрутки. Один симулятор маршрутки в 3D, а разработчик Gummy Minsk Top, это раньше он так называл, сейчас называется Top Mod Gummies, ну или Mod Gummies. Так, вот эта вот игра вышла в 2015 году. Сейчас мы сначала в нем поиграем, поиграем симулятор маршрутки 2017 от этого же разработчика. Вот этой игры сейчас в Play Market нету, его в столе. Так, начинаем. Здесь, по-моему, 6 статик или 5. В 2015 году эта игра появилась. В Play Market первый раз, я помню, где-то в мае или в апреле 2015-го. Сейчас ее уже нет, я помню, я в нее играл. Вот такие тачки, Fiwop, Force Transport, RAV 277, Medvedev Slender, Indiga Duly и другие маршрутки. А сейчас газель маршрутки такие уже нормально где ходят. Так, даже не знаю, но я буду сначала сделать города. Все карты бесплатные. Это очень бесплатные. Так вот выглядит карта. 4 электро... 4 электро... и поп. Там эта карта есть, но она совсем другая, вот там вот АЗС станции не такие вроде. Вот сейчас мы будем приезжать в больницу, и она там совсем другая больница. Не робот, это даже другая. Так. А что там? А, это там. Вот, вышел на дорогу, но это нормально. Фактически не пытался даже не сказать. И тогда же камеры подробные игры. Действительно, такие игры были. Сейчас не смогли пока помочь в свою книгу. Они не есть на одном сайте, но не что называется. Там они есть. Так, это не игра. Водителя зовут Иван, откуда я знаю, потому что есть такая игра Real City Russian Car Driver, там вот этот персонаж в таком виде бандиты там. Вот эта игра Real Car Driver, или как она там называется, она есть, не только в App Store, раньше была только в Play Market, она еще осталась. Так, вот мы видим. Это еще более-менее песня «Возьми руки». Сбычки за 2 года, даже с километрами «Воскоп маршрут» в 2017-м будет те же самые станции. Даже они не могли поменять музыку за 2 года. Тут еще плохо нельзя выключить радио. То есть только в настройках. Вот там полицейский УАЗик, видимо, пьяный тоже водитель ветвится в СОП, рядом второй остановки. Это вот шкала бензина там, между спидометром и деньгами. Так, это на солнце. Не знаю, как там слышно. Нам заправляться нам пока не надо. Вот мы едем. Так-то вообще игра неплохая, но посмотрим, что еще с симулятором русской маршрутки 2017. Может там еще хуже, а может и лучше. Вот мы уже почти целый маршрут проехали, потому что мы начинали вот там, где вот такая вот коричневая. Это где гаражи еще.
А, еще не скоро. Хотя, наверное. Тут как бы вообще, по-моему, два маршрута, но тут как бы не написано, маршрут один, маршрут два. Вот такой вид снаружи, то есть спереди. Вот такой вид сзади. Вот такой вид, ну, не так себе салончик. Наверное, на троечку, но на 4 с минусом. Так, еще мы. Вот такая хорошая песня, мне нравится. Так. Ну там вот полицейский участок такой с красной крышей. Это не знаю, правда не правда, то что в феврале 2017 года была игра от разработчика Top & Gun «Симулятор русского трамвая». Нет, в этом городе, это именно в другом, где еще симулятор криминальной России Борис. Не знаю, правда это неправда. Я видео в Ютубе нашел. Так, и там уже играло такси. Волга, не помню, какая, 3000. Хотя не помню. Люди так себе прорисованы, особенно девушки, мужчины еще как-то более-менее. Вот. Так, вот мы видим. Так, вот мы проехали целый маршрут. Теперь будем играть в другой симулятор маршрутки. Похожий на этот, но это только похожий. Так-то на самом деле... Так, вот он. Минибус симулятор 2017. Теперь посмотрим, что он из себя представляет. Ну, кстати, если я в него уже играл. Монотон, кстати. Так, вот такие вот тачки, тут уже больше тачек. Вот, а. Будет зависать, надо отключить. Ой, не то. Я отключил сейчас. Не то. Так. Ну еще. Ну блин, я же отключил интернет. Вот такая тут есть газелька. Ну это как мы только что играли в симулятор маршрутки 2015. Вот 977 такой вот. Ну, кстати, тут графика вроде бы получше. Вот такая газель удлиненная. Так, это какая дико дуэли. Это мы делали с Слендер, но это там было написано тогда. Это я не помню. Что? Так, это у нас Force Transbot. Так, это я забыл, что. Так, тоже забыл. Это у нас Форд какой-то. Это не помню. И вот еще что-то, не знаю, что. Побольше этот маршрут. Ну, тут мы еще можем поменять и краску. Ну, там тоже можно было поменять. Ну, вроде покруче цвета. Мы будем выезжать. Давайте куда-нибудь днём покатаемся. Так, за один маршрут проедем. Целый. Так, конечно, там. Так. Такой вот зеленый цвет я ее перекрасил. Такой светло-зеленый. 10 минут.
мы видим? Тут уже совсем другой город. Дорога совсем другая, рельсы другие вроде бы. Салончик не могу получить на пятерочку. Больница, видим, другая тут. Маршруток у нас второй. Это тут навигатор, это такая есть карта. Второго маршрута. Это тот самый город, он только немного переделанный. Так, ну только тут минус, то что тут все звуки двигателей одинаковые. О, какой-то ебанутый туда. Ну это нормально, это и все возможно. Тут такая заправка здесь. Так, эти стопоны, тут штрафы нет вообще. Салон здесь намного лучше, на пятерку салон. Ну вообще вся игра тут на пятерку. Я имел бы по графике. Так-то не на пятерку, наверное, на четверку. Или на тройку даже. И шляпов тут никаких нет, хотя не есть только. Есть только задавить пешехода. Так, допустим, сидите, 70 ограничений скорости, а так, если ехать больше, то штрафа не будет, если на красный, то тоже штрафа не будет. Видите, крыска там идет, тоже не очень удобно. Надо, если бы я нажал бы на электронный тормоз, конечно, а я нажал просто. Сначала. А, можно ехать. Там эти там трамваи, театр это три. А тут люди идут. Такие тут киоски. Два киоска по клубам. Ну, автобус на остановке не изменились. Я смотрю. Так, ну, еще какие изменения они будут. Кстати, сейчас вы их видите, что за изменения. Так, рекламы тут уже нет про игры от разработчиков. Так, что-то самому полистать, не могу понять, что-то что, интернет я отключил. Зависается все равно. Так, а машины нужны, так, а да, машины, я помню, на площади. Игра началась. Вот видите, тут вот такие дома уже. А в предыдущей игре этих домов не было, были точно такие же пятиэтажки. Так, ну, он тут заправится еще. Чуть не учпел его папа. Полный бал по топливу, 84. Если он до полностью кончится, там полностью 25, что мы лучше просили. Что? А так, что мы экран встал. Да, ты выглядел бы слепой, что ли, и вид куда-то идет. Как-то нельзя покрутить. Ну, очень много стихи, потому что они исчезают. И дерево как-то не очень пугается.
О, что не так бегает? Не так сильно его мешает. Странно. Может, мы думаем, что мешает? Маршрут вроде как, ну да. Так, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем пока.